Всем привет! Я Ирина Севрюгина. Смотрите, какое я себе приложение установила. Называется Ленса. Скачиваете в App Store. Там все стандартно. Сразу предложат оплатить, но вы там выбираете бесплатный вариант. И вот давайте смотреть, что здесь. Можно в настройки зайти, посмотреть, войти или создать аккаунт. А вот бесплатный план, одно сохранение в день. Если вы не зарабатываете этим видом деятельности, то можно вот на вот этот бесплатный план и подписаться. Так, войти. Тут предлагается ввести e-mail, вход с Apple, а можно вот скрыть, да, или Google. Скрыть e-mail, я вот такой возьму. Вот этот e-mail, скрыть e-mail, вы можете добавить примечание, что вы помните, как использовать этот адрес. Добавить примечание, давайте напишу скрытый адрес. Именно для Ленса будет у меня вот такой ящик, он же привязан к моей почте, на которую зарегистрирован Apple мой, да? Далее. Отправили письмо с кодом на адрес. А с этого адреса должна прийти переадресация на мой ящик основной. Вот она, Ленса. Все, смотрим. 15, 20. Скопировали и вставили. Готово. Все, идем. Нам надо сделать аватарку. Вот я себе такую сделала, сейчас сделаю. Создавайте необычные аватарки из своих фотографий с помощью уникального искусственного интеллекта. Нейросеть тут работает. Выбираем женский, мужской, другое. Другое — это что? Это не для нас. Трансвеститы, наверное. Для собак и котов даже, пожалуйста. Я вот сейчас попробую сделать мужской. Допустим, new. Тут предлагаю 10 стилей выбрать, но я 5 выбрала, бог с ним. Достигла. Продолжить и выбрать 10-20 селфи. И тут я выбираю все подряд, что там у меня только есть в моей галерее, чтобы было 10 штук, не меньше. Я просто вам показываю, вдруг вас не смутит, что нужно за это платить, и вы готовы раскошелиться. Вот 12 даже выбрал. Добавить. Вот они подгружаются, все фотки. Там, кстати, пишут, что как только будет создана аватарка, все наши фотографии будут удалены. То есть они никуда не попадут. И тут вам предлагают расплатиться 100 аватарок. 500 рублей без рубля, 50 аватарок. Самую популярную они сразу выставляют счет. Готовы заплатить? Платите. За 100 аватарок, допустим, вы кому-то делаете на заказ. Есть смысл 500 рублей потратить. Но я создаю всего лишь одну аватарку для себя, поэтому я выберу то, что я хочу. И сейчас попробую немножечко улучшить. Давайте вот такую возьму, допустим. Для аватарки нужно чуть меньше сделать, да? Значит, мы берем и обрезаем. Вот так. Хватит. И подгоняем по центру. Вот так. Применить. Дальше можем выбрать какой-то стиль. Вот morning, с утра пораньше какой. They look good. Glam. Выбирайте, как вам нравится. Ну, мне вот glam понравилось, допустим. Пусть будет. Сейчас не важно, я просто показываю вам возможности. Ластиком ретушь лица можете изменить, если это нужно. Лично я не вижу. Вот я щеку себе намазала и удалила, и получилось, что у меня там кусочек другого цвета. Применяю? Не применяю. Отменяю. Так, выбрала здесь. Дальше кадр мы сделали. Фильтры. Можем выбрать фильтры.
посветлее, потемнее, потеплее, потуманнее. Как вам нравится. Ничего не подходит, скидывайте, потому что они все там, все варианты остались. Идем дальше. Кожа. Ретушь кожи. Тоже можете по своему усмотрению сбалансировать, как вам нравится. Мешки под глазами убрать. Ретушь шеи тут делается. У меня, видите, как почти на максимум стояло. Поскольку морщин-то у меня немало, поэтому стоит все на максимуме. Хорошо, я так и оставлю. Матовая кожа. Ретушь лица. Большое отличие не вижу. Дальше форма. Выбираем пропорции лица. Пропорции вроде нормальные. Размер глаз можете увеличить, например. Размер носа. Видите, он утончается, нос. Овал лица. Да? Такое тоненькое личико. Английское стало. Размер губ можно увеличить. Пусть будет повыше. Дальше вид. Реснички. Дайте мне реснички, пожалуйста. Контур лица. Опять-таки более очерченный. Пусть будет брови повыразительнее сделаем. Контур контуринг. А, тут контраст глаз был. А тут контуринг лица. Губы. Что с губами у нас? Губы подкрасили мне. Хорошо. Оттенок зубов даже есть. Во, слушайте, какие у меня импланты получились. На моих естественных зубах. Гляньте, какая красота. Тень на шее. Нужна мне тень на шее? Нужна. Второй подбородок мы убрать. Так, фон. Размытие фона. Давай еще размоем. Ну, здорово. Размер фокуса. Эффект можно добавить вот такой. Пусть будет. Свет. На свое усмотрение, естественно. Экспозиция света. Ну, чуть-чуть ярче я сделала. Контрастность. Контрастность надо осторожно выбирать, потому что чтобы не было неестественного вида лица, да? Светлые участки тоже подкорректировать можно. Тени. Тени у меня на минусы здесь автоматически стоят. А если я уберу или прибавлю, где эти тени? Тут тени. Ну да, пусть будет, как они поставили автоматически. Тут нейросеть впряжена. Она сама корректирует все, поэтому можно ей довериться. Автобаланс белого. Ну-ка. Поставим. Доверимся автобалансу. Немножко желтоватое лицо какое-то получилось. Насыщенность. Это вот где-то должна быть красочность. Это что такое, батюшки мои? А, вот похолоднее немножко я сделаю. Вот. О, прикольно. Детали, резкость. Чуть-чуть можно добавить. Выгорание. Выгорание не надо, на мой взгляд. Винетка. Ну, трудно сказать, что это вообще-то. Была на нуле, пусть стоит на нуле. Зернистость. Ну, зернистость мне точно не нужна. Эффекты. Можете попробовать. Применить эффекты. Ну, нет. Не забывайте сбрасывать то, что вам не нравится. Потому что они там остаются, эти настройки. Вот такие блестки нужны нам? Мне нет. Возвращаем.
в исходное состояние. Скрин. Что такое скрин? Ну-ка. Вариации. Ну, тоже для разных ситуаций можно подобрать разные варианты. В зависимости от того, куда вам надо эту аватарку разместить. Так, я все сбрасываю. В общем, смотрите, тут эффекты выбираете. Текстура. Текстура тоже, поиграйте. Нужна она? Или ну ее нафиг? Вот, арт-стили. Вот такой, например. О, боже. Хе-хе, вот она, нейросеть. Че, так прикольно? Не, мне кажется, весь мой возраст наружу. Очень много этих артефактов. Всяких искажений. Нет, я, пожалуй, останусь на исходной позиции. Мне так нравится больше естественное такое изображение. Размер. Что такое размер? Вы можете вот так уменьшить размер, сделать как бы рамочку себе. Но мне рамочка не нужна. Ну и в формате тоже предлагаются всякие рамочки, какие вам нужны. Это я тоже все отменю, оставлю оригинал и уберу размер. Так, рамки мы посмотрели. Что такое порядок? Магия. Кадр, фильтр. А, просто навести порядок. Да, это нам не надо. Отмена. Слушайте, ну мне нравится, я так оставлю. Можно только, знаете, что, наверное, я сейчас уберу. Не фильтры, а фон. Вот, вот этот фон. Слишком нарочитый. Даже просто, наверное, уберу. Все, мне нравится, я экспортирую. Нажимаю экспорт. И все. В моей галерее это... Аватарочка обработанная сохранилась. Вот она. Можете ее отправлять куда угодно. Вот на этом все. Пожалуйста, пользуйтесь. Прекрасная программка Lensa. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на канал. У меня много интересного. Пока-пока.